5-6 сентября в Плёсе пройдет 9-й международный промышленный форум «Золотое кольцо». Для обмена опытом работы в небольшом волжском городке соберутся почти 300 участников. По традиции на набережной будет работать выставка, демонстрирующая промышленный и экономический потенциал. Свою продукцию презентуют 30 ведущих организаций области. Тематика форума в этом году – новые подходы к реализации региональной промышленной политики в России. Основная цель, которую мы преследуем, проводя очередной форум, это же, конечно, обмен опытом, технологиями, инструментами, которые используются как в России, так и за рубежом для реализации промышленных проектов, проектов интенсификации промышленности, инновационных проектов, проектов модернизации предприятий, проектов, которые связаны с ресурсосбережением, повышением энергоэффективности.